И в Горэнергосбыт выносит последнее предупреждение. Около сотни ивановцев рискуют в ближайшее время не выехать за границу. В компании заявляют, что до сих пор к должникам относились снисходительно. Но сейчас количество неплательщиков возросло многократно, и в Горэнергосбыт готов действовать решительнее. Человек признается задолжником, если имеет просрочку по оплате электроэнергии 3 месяца или более. Таких потребителей по городу Иваново на данный момент чуть меньше 10 тысяч, а точное число 9975. Их общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию составляет порядка 37,5 миллионов рублей. Сбытовая компания намерена обращаться к судебным приставам, чтобы те принимали меры для ограничения выезда должников за пределы России. Подобные санкции уже применяют сбытовые компании других регионов. Из тех мер, которые мы применяем по отношению к должникам в 2012 году, это направляем мы заявление в службу судебных приставов с просьбой о том, чтобы судебные приставы оформили постановление о запрете выезда должника за границу до момента погашения задолженности. В настоящий момент, по состоянию вот на начало июля, число таких постановлений, которые служба судебных приставов города Иваново приняла, составляет несколько десятков. И все же ограничение в выезде – это крайняя мера. Если не оплачены услуги за 3 месяца, абонента сначала включают в так называемую программу автообзвона и сообщают ему о возможных последствиях – начислении пени, отключении энергии или обращении в суд. Вынося предупреждение должникам, в компании одновременно рекомендуют всем ивановцам проверить, нет ли у них задолженности на данный момент. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.